Гляньте, какая в Геленджике рыба. Чего только-только привезли. Вот такие камбалы. Я знаю, я местный. Я такие знаю. Большие рыбы. Гляньте, какие прям белый амур. Камбалы местные, да? Угу. А вот это кто? Пеленгас. Пеленгас. Сараган, селедочка черноморская. Ага, это вот местные, да, селедка? Да. Смотри, какая камбала. Да я вижу. Какой камбалы? А что там одни кости? Что там есть? Где? Ну, камбалы. Нету, а кто? Мясо это у них? Одно мясо. А такая худая на вид. Гляньте, какие рыбы. И тут все. Тут вот такие замороженные. Наверное, не очень-то местные. Тут кены тоже не местные. Ну, это вот местное, это то, что вот камбалы местные. А это карпики, наверное, да? 350. Гляньте, какие классные рыбяра. Свежие прям. Ну, это все сухо, такое сухокопчено. Это хамсичка, да? 300. Вот. И вот тоже сколько рыбы. Большие сазанчики буддийские. Сюда. Большой. Жирный такой. Толстолобики. Сюда вон сейчас с корочкой. А вот это кто? Это пеленгас. Пеленгас. А он чем-то на форель похож, да? Мясо такое бледно-розовое, у него косточки нет. Ага. Это он только маленький, да? Его на решетку хорошо. И вон щука. Щуку филе делает. Ага. А вот это кто? Барабулька? Селедка тоже, да? Нет, это да. Чуларка, очень вкусная рыбка. Она местная или нет? Местная, конечно. Местная, да. Сарган местный. Местная, это прям длинная такая. Это популярная рыба, да, я так поняла, здесь? Самая вкусная. Классная. Камбалы. Вот тут какая-то селедка вообще такая. В общем, народ, тут прямо есть что взять в Геленджике. Приезжайте за рыбой.